Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет нечто легендарное, нечто, что захватывает дух и не отпускает до последней секунды. Звучит неплохо. Короче, ближе к делу. У Тёмы Форзаризора есть рубрика, которая называется «Повтори за легендой». Так вот, я позвал Тёму к себе на канал, чтобы повторить легендарный штрафной Роберто Карлоса. Я думаю, что это будет весело, и, собственно, давайте же позовем Тёму и начнем этот беспредел. Компания. Сдавайся. А что можно, блядь, пожалуйста, этот самый, блядь, посадить самолет, или что у тебя там, двигатели какие-то работают, блядь, что-то сдохну уже, у меня. Это плочка у меня так шумит. Давай, раз, два, три. Ты, блядь, ты меня совсем за дебила, блядь, держишь, да? Ты не хочешь хлопать со мной, блядь, в такт? Чтобы, блядь, хорошо. Я даю тебе второй шанс, давай, два, три. Бля, иди нахуй, блять, PandaFX. Просто ты ебал. Да я похлопал. Я похлопал в видосе, увидишь. Да че ты хлопал? Блять, сидит там. Здравствуйте, Артемий. Я рад. Блять, серьезно, вот так вот, блять, типа, да? А как тебя типа приветствовать? Такое ощущение, что я попал, блять, на закрытый показ Гордону на первом канале, блять, где этот полусонный такой. Здравствуйте, Артемий. Добро пожаловать в нашу интересную рубрику. Здравствуйте, Артемий! Я рад вас видеть! Спасибо, пошел, что зашли. Пошел ты в жопу, блядь, да. Блядь, все эти инвайты кидаю, господи. Давай, кидай. Ровно 5 минут. Вперед. Название команды моего соперника звучит оригинально, звучит оригинально, да. Бля, а у тебя какой игрок показывается, типа, на моей команде? Хоть оно, но... У меня прям Роберто Карлос. Состав, состав, воу, вот это да. Нормально ты скопипиздил мою тиму, блядь. Не тебе хочу сказать честно. На нахуй. О! Нихуя, блядь. Блядь, сразу красно. Охуенно начал. Давай, давай, давай. Первая попытка. Ой, блядь, я как будто бы... Как будто бухнуть, блядь, собрался. Как перед водочкой, блядь. Да-да-да-да-да. Ой, блядь. Бью как в 17-й. Бля, ну что за дерьмо? Где-то. Ух, ебать. Нормально. Показывай один раз, братан. Чё это ты... Ты очень слабо ударил, алё. Блядь, чё за хуйня, блядь, ебаная? Вообще не летит. Неплохо. Ебать, блядь. Прилёг. Я полежу здесь. Ебать. Чё, ты переоценил свою силу. Ну, я не понимаю, почему он так летит странно, блядь. Хотя бы в створ попади. На, блядь. О, ну это было близко. Чувак, это... А это не сейф был, лом? Я понял, что это этот дотянулся, лысый, блядь. Блядь, я же не знаю, смотри, что он... Бедняга. Чё он делает, блядь? Чё он делает? Помогите, ебать, помогите. Не может определиться. Блядь, блядь, бля, ну это ты сейчас въебал, блядь. Да, блядь, сука, мне бесит эта игра, нахуй. Чё за дерьмо, почему вправо летит? Я, сука, под углом влево хуярю. Да пиздец, блядь, это такая хуйня, ебать, чувак. Это два, блядь, два инвалида просто, блядь, на. Что за хуйня? Блядь. Ой. Ну пожалуйста, блядь. На, блядь. Что? Опять нет фол. Блядь, чувак, у тебя что там за это, читы, блядь, нахуй? Правее от ворот, прицеливаешься. Правее стенки. Бля, он сам ударил. И влево. Он сам ударил, блядь. Первый удар в створ, братан. Бартес, уйди с ворот. Блядь, чувак, это просто кошмар какой-то, я не понимаю. Вообще лучший игрок матча. Так, давай, короче, голкипера говнаря какой-нибудь поставим. Давай поставим вообще не голкипера. Кстати, чем-то на Бартеза похож. У меня тоже, короче, прям вот один в один с Бартезом. Ну мой же похож на Бортеза, блядь. Братан, твой похож, я не знаю, на Сквидварда, блядь. Помнишь, есть... Нет, знаешь, как он даже похож? Ты вставлял в один из наших видосов, после моей охуенной шутки, ты такой, хорошая шуточка, братан. Вот это было сейчас максимально близко. Чё? Чё? Съебал, блядь! Посмотри на моего игрока, нахуй! Да, он встал, блядь. Чё, ёбнутый, блядь? Ущёль, блядь. Ущёль, нахуй, блядь.
Еще, блядь, себе, блядь. Съебан с линии, бля. Брат, я не знаю. Далеко ты его затолкали. Короче, заебал я. Сука, перекладина, блядь. Бортез даже не шелохнулся. Бля, вот это было хорошо. Сука. Но понимаешь, самое, блядь, тупое, что пиздец. Типа он... А, бля, нихера себе. Вот это прям тебя, идеально блядь. Шло, да. Какие инвалиды, блядь. Мне кажется, у бронзовых игроков какие-то свои анимации. Уникальные, знаешь, блядь. Не думаю, что до такой степени это будет сложно. Я вот так придрочился, попался, но в итоге задачи не с... О! Простых, блять, ёбаный цапник бронзовый вытащил. Я ему рот ебал, у меня аж бутылка упала, блядь. Ёбаный Бортез, блядь. Так... Посмотри, еще, у тебя с какого ракурса показывает? Сзади, со спины. Меня. Бля, охуенно летело, просто охуенно. Да, бля. Ебать. Блять, у меня этот подрубил режим Фредди Меркури, блять. Просто пошел там такой. Блять, с гитарой, блять. Наконец-то, блять. А, блять, рекорд Ютуба, блять. У меня не сразу, блять, появилось просто. У меня мяч в воротах был, но был счет 0-0. Ой, сильно, блять. Хотя, блядь, ебучь. Я не знаю, как ты говноед бронзовый, блядь. Тащишь такие вещи. Чувак, у меня Дехея, блядь, так не стоит на воротах, как эта дрянь, блядь. Да как он тащит это, чувак? Это шутка, блядь. Это пиздец, это бронзовый говноед, который, блядь. Это нереально, блядь, чувак. Это просто... Я сейчас пробил идеально просто, просто в девятку, по-моему. Просто охуеннейше пробил. Бля, пиздец, у него рост 1.74 м, чувак. Чувак, он прыгнул. 1.74 м, блядь. Он прыгнул. Еще и с сыгранностью, блядь, ноль. У него ноль кемистри. Ноль. Залетело, но, блядь, сука, с этим, блядь. Блядь. Но этот хуесос, блядь, все равно не ничего. Не, он все равно дотянулся, блядь. Ну, не идеально, но все же. Я понятия не имею, почему в данном матче у меня не летели штрафные. Так-то вообще идея зародилась у меня, когда я забил примерно такой же гол за Роберто Карлоса, который, собственно, вы сейчас и увидите. Вот, как видите, как бы штрафные я бить умею, но в данном матче что-то какой-то пиздец был. Но так или иначе, Forza Resort побеждает. Ну а так мы с Тёмой также записали «Попробуй собери» у него на канале, ссылочка будет в описании, переходите, смотрите. Ну если вы хотите побольше таких веселых коллабораций, так скажем, поддерживайте лайками данные видосы, пишите об этом в комментариях. С вами был я, PandaFX, и всем хорошего настроения. Покедова.